В преддверии наступающих праздников я купил домой яички высшей категории. Привет, друзья! Ну что, праздники наступают? 23 февраля, 8 марта. У вас в голове, наверное, возник тот классический вопрос, а что же подарить? Что же подарить своей второй половинке? И мы сейчас готовы участвовать в этом марафоне. Сейчас мы распакуем череду безумнейших подарков, которые нам предоставила компания D-House, и сделаем это вместе с вами. Поехали, коллега! Бам! Первым у нас прилетает чехол для AirPods, называется он Switch Easy Move Buddy. Это офигительная машинка в стиле полиции какой-то страны, видимо, это Америка. Сейчас мы ее распакуем. Нарядим наши наушнички. Вот так, мечта просто большого мальчика. У нас есть AirPods второго поколения. Вставляем, захлопываем. Наклеечки есть для любителей тюнинга легкого. Вот так вот это выглядит. Прям едем, едем, едем. Далекие края открываем, красиво все. Здорово. Коллега. Опа! А мы продолжаем серию чехлов для AirPods. Сейчас мы будем одевать наши AirPods в чехол от Nomad. Nomad уже мы распаковывали в новогодней подборке. Фирма очень классная, сборка у них отличная. Ребята умеют делать продукты вкусные. Что же там внутри у нас? Картончик. Смотрите просто. Какое-то безумие. Кожа. Кожа, рожа, все дела, как говорится. Вот так это выглядит. Сейчас как нарядим наши AirPods-ики. Кожа прям качественная, здорово очень собрана. Вот так вставляется, вот так одевается. И все стильно. Даже на стол не стыдно положить. Как все сделано, просто супер. Ну давайте продолжать нашу эпопею с распаковкой. Лишнее давай, коллега. Опа, что дальше прилетает? Док-станция от Satechi, сдвоенная, кстати говоря. Что здесь есть? Здесь есть два USB Type-A, есть поддержка SD и microSD карт, есть Ethernet вход, есть возможность подключить два HDMI кабеля, есть один USB Type-C, ну это вообще здорово, это к MacBook'у подключается, и вы прям расширяете возможности, просто здорово. Давайте посмотрим, что производитель положил. Коллега, у нас есть нож? Ну что, давайте смотреть, что там внутри. Инструмент высокоточный нам пригодился. А внутри алюминиевая станция от Satechi. Какой аэродинамичный дизайн, я бы сказал. Кабель не съемный, но я думаю, это не проблема. Можно просто оставить на столе и подключить. Прям вообще здорово, какая сборочка. Satechi всегда радует, в принципе. Все разъемы аккуратненькие, все ровненько, все здорово. Супер, друпер, как говорится. Продолжаем наше выступление. Ой, это тяжело сейчас будет, наверное. Ой-ой-ой, ох, какая штучка. Вы не подумайте, это не кирпич. В принципе, по весу он больше, чем даже кирпич. Это Powerbank. World's most powerful USB-C battery pack. Это просто гигантский Powerbank, который может зарядить ваш MacBook Pro, ваш iPad, ваш iPhone. И по ходу дела он это может сделать одновременно. Весит, конечно, он ощутимо много, но вес, как мы уже договорились, это знак качества частично в том числе. Давайте смотреть, что внутри. Высокоточный прибор опять. Блин, какая упаковка, смотрите. Просто шик, блеск, красота. Называется Hyper Juice. И внутри у нас что? Внутри у нас сам Powerbank. Опять же, сборка супер. И сделана из алюминия. Soft Touch пластик с торцов. Я здесь вижу, значит, Type-C на вход, на выход. На вход он 100 Вт поддерживает. Так, а на выход он поддерживает у нас 60 Вт. Поддерживает, кстати, 18 Вт зарядку Qualcomm QuickCharge 3.0. Вообще здорово. Кнопочка есть. Нажимаем на кнопочку, есть индикатор зарядки. Все понятно, все прозрачно.
Значит, у нас здесь на выход 2 USB Type-C, один на выход на вход и один обычный USB-A на выход. Ну, это ли не радость? Все ваши гаджеты будут питалом обеспечены. Здорово. Что касается емкости. Емкость здесь у нас 27 000 мАч. Ну, это прям очень много. Этого хватит надолго. Так, давайте распаковывать посылочку дальше. Ловим. Опа! Пакетик в сторону. Инструмент. Что же это? Что же это, господа? Это наушнички. Беспроводные наушнички с микрофончиком. Koda Wireless Headphones. Сейчас посмотрим. Красненькие, красивенькие. Безупречные практически. Ну, упаковочка в сторону. Ну, понятно, что это отличный подарок на 8 марта. Компактные, очень легкие, нежненькие амбушюрки. Если ваша девушка любит бегать по утрам, прям вообще здорово. В комплекте есть кабель, питание, ну, это классика. На сторону. Хорошая, опять же, сборка. Приятный, опять же, софт-тач пластик. Душки регулируются. И ушки ваши возлюбленные будут довольны, я думаю. Ловлю! Опа! Что же дальше нам прислали? Дальше нам прислали беспроводную колонку. Называется она Braven BRV-105. Здесь нарисован альпинист, который стремится куда-то, стремится к цели. И я думаю, когда ему будет тяжело уже подниматься, он почти у цели, но ему все равно тяжело, он может включить на этой колонке песню вашу любимую, вашу с ним любимую, и у него второе дыхание откроется. Смотрите, какая красотища. Можно на пояс вешать, можно на руль велосипеда, кстати, вешать. Она еще и защищена от влаги, скорее всего. Я прав, коллега? Ну, я прав. Значит, когда защита от влаги, это всегда здорово. Микро-USB заряжается. Есть, кстати, вход AUX. И есть крепление на штатив. Это для любителей вечеринок. Кто на вечеринке за штативом ходит, например. Очень, кстати, здорово. А может, кстати, на мотоцикл повесить вообще. Вообще супер будет. Продолжаем. Я ловлю кирпичи. Ой, это не кирпич. Что это у нас? А это у нас зарядная станция от Nomad. Ну, Nomad, господа, это же по умолчанию качество. Что умеет? Умеет, судя по картинке, iPhone и AirPods заряжать одновременно. Но мы это обязательно выясним. Давайте посмотрим, что же там. Как же там? Картончик приятненький, Nomad-овский. Ох, вот это просто роскошь, вот это просто красота. Это статус, это стиль. Одна упаковка чего стоит. Ну, ваш мужчина, ваш самец, ваш альфач будет просто доволен. Ну, вы посмотрите, как это здорово. Мне прям даже хочется быстрее распаковать. Это дерево. А, шикардос. Это солидно, ну, реально солидно. На стол не стыдно поставить, положить ваши гаджеты и начать их заряжать. Один только кабель чего стоит, как в оплеточке, плотненький. Ух, здорово, супер. Так, а станция-то еще у нас умеет? А станция умеет не только заряжать по беспроводному соединению, но еще на выход у них Type-C есть и USB-A. Ну, это ли не радость? Дерево, кожа. Просто конфетка. Ну, я не знаю, что сказать еще. Ну, просто здорово. Продолжаем. Мои руки открыты для гостинцев. Киньте в меня что-нибудь. Опа! В меня прилетел... Опять док-станция прилетела у нас. Hyperdrive Power 9 в одном USB Hub. Это же вообще здорово. В этом USB Hub'е у нас HDMI с поддержкой 4K 30 Гц. Есть 3 USB-A с поддержкой 5 гигабит в секунду. Ух, это вообще. Гигабитный Ethernet есть. Есть аудиоджек. USB-C есть. Power Delivery, кстати, 60 Вт. Поддержка microSD и SD. Ух, этого прям набор просто современного бойца офисного. И не только. Набор фрилансеров в том числе.
Распакуем. Ну, оранжевая коробочка. Ну, тоже алюминий, тоже качество, тоже стиль. И как всегда, ваша вторая половинка будет довольна. В MacBook, в iPad, например, вставляем. И у нас тут все разъемчики необходимые есть. Очень маленькая, компактная, в кармашек можно положить рубашечки или джинсы. Здорово. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. А это у нас фотоаппарат от Polaroid. Все же мы помним, что такое Polaroid. Polaroid — это эмоции. Эмоции мгновенной фотографии. Вот ребята решили сделать реинкарнацию. И выпустили фотоаппарат, называется он Polaroid Snap. Это фотоаппарат с поддержкой мгновенной печати. Сейчас мы сфотографируем меня красиво и посмотрим, как это работает еще. Но прежде мы это распакуем. Что же там нам положили из приятненького? Кстати, я прошу обратить внимание на цвет. Это коралловый, я думаю. Какая просто сборочка. Просто здорово. Как влитой практически сидит в руке. В комплекте у нас кабелечек. Ну что, продолжаем, коллега. Бам! Дальше у нас пауэрбанк от Мофи. И Мофи, я думаю, все знают. Что умеет пауэрбанк? Во-первых, он на 10 тысяч мАч. Во-вторых, он умеет... Беспроводную зарядку умеет Qi, кстати говоря. У него здесь Type-C. Приятненько. Индикатор зарядки. Слушайте, хочется быстрее это распаковать даже. Оп. Вот кто катается, кстати, на веле очень много и в качестве навигатора использует свой смартфон, знает, что очень быстро смартфон разряжается. А если вот рюкзачок такую штучку кинуть, проводочком подключить и на день спокойно хватит. Soft Touch пластик, черный цвет, такой матовый. Солидно все. И, кстати, он довольно легкий. Опять же, велосипедистам это очень удобно. Ну, а мы тем временем продолжаем. И что нам там прилетает? Опа! А это у нас наушнички прилетают. Наушнички от Satechi. Стильный золотой цвет. Ну, это же 8 марта, ребята. Это же опять вашей милой даме можно подарить. На пробежку или на диванчике полежать, в кинчик какой-нибудь в iPad'ик посмотреть, который, кстати, заряжается от пауэрбанка вашего огромного. Так, что у нас за наушнички? Наушнички умеют в 18 часов работать, судя по заверениям производителя. Это вызов, это на диванчике можно очень полежать долго. Алюминий, кожа, почти кожа. Одеваем. Ну, у меня голова большая, правда. Понятно, что это для девушек больше. Опять же, легкие. Ну, опять же, можно пробежку. Но я бы посоветовал вашей второй половинке вот, откинуться на диванчик, включить кинчик какой-нибудь в наушничках и просто насладиться звуком. Без проводов, кстати говоря. Кнопки регулировки громкости есть, кнопки спаривания с устройством, ну и зарядка по микро-USB. Микрофончик еще есть. И что у нас прилетает? Опять док-станции. Ну, ребята, ну, разъем USB Type-C, он просто производителям масштаб для фантазий предоставляет. Очередная док-станция. Что умеет? Два USB-A формата 3.0. Один USB-C с поддержкой зарядки. HDMI 4K поддерживает. SD microSD картридер. Ethernet и алюминий. Ну, алюминий мы все любим. Если вы владелец MacBook, вы же обожаете наверняка алюминий. Давайте смотреть, что же там у нас спряталось такое. Док-станция компактна. Опять можно ее с собой носить, можно в кармашек положить, можно в рюкзачок. Вообще практически ничего не весит. И очень Ethernet прикольно спрятан. Если вы им не пользуетесь, он габаритов лишних не добавляет. Все разъемы на месте, по классике, Satechi. Здорово, супер, рекомендую. Так, ну и вишенка на торте. Какой подарок, если не телефон? Раньше подарок лучше был книга, а сейчас это сотовый телефон. Если вы устали от айфончиков, вот есть хороший вариант. Называется этот смартфон Honor 9X.
Устройство очень классное, очень сбалансированное. Обзор мы его делали у нас на сайте, ссылку мы оставим в описании. Имейте в виду, очень хорошее устройство. Мы решили разыграть с коллегами для вас две позиции. Это наушники и беспроводная колонка. Соответственно, для девушек и для мужчин. У вас есть шанс побаловать вашу вторую половинку. Что нужно сделать? Оставить комментарий под этим видео, любой абсолютно, желательно без мата и с каким-то смыслом. Розыгрыш у нас состоится недели через 2, через 3. Как только победитель будет определен, мы с вами свяжемся и вышлем по России. Если вы в Москве находитесь, можете самовывозом забрать. Ну что, финалочка. Что же хочется пожелать в конце этого ролика девушкам? Если вы нашли мужчину своей мечты и чувствуете себя с ним как за каменной стеной, берегите его. Если вы еще в поиске, я вам желаю удачи. И самое главное, имейте свое мнение и никогда не слушайте подруг. Они всегда ошибаются. А что же хочется пожелать мужчинам? Ну, господа, если ваша вторая половинка будет счастлива, будете счастливы и вы. Так что вам тоже я желаю удачи. Всем до встречи, пока. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайки. Есть вопросы, оставляйте комментарии. Адьос.